Глава Чувашии своим распоряжением отменил карантин по бешенству на личном подворье некоторых жителей республики в связи с истечением двухмесячного срока со дня последнего случая заболевания животных. Управление Россельхознадзора по Чувашии регулярно проводит рейды. Так ветеринарные врачи охраняют территорию Чувашии от опасных болезней животных. В минувшем году управление провело 782 таких мероприятия. Специалисты выявили 280 нарушений. На коллегии ведомства обсудили меры по противодействию распространения болезней животных. Некоторые страны, которые граничат с Россией, считаются неблагополучными по заболеваниям животных и представляют угрозу заноса болезней на территорию Чувашии. Особую опасность для республики представляет африканская чума свиней. Недавно была вспышка заболевания в Нижегородской области. Госветслужба Чувашии проводит ряд противоэпизоотических мероприятий, чтобы болезнь не проникла на территорию республики. Разработана карта зон риска возникновения чумы свиней. Совместно с ГИБДД и транспортной полицией проводятся рейды и досмотры грузов, чтобы не пропустить больных животных. На заседании коллегии управления Россельхознадзора обозначили задачу и в дальнейшем способствовать соблюдению санитарного контроля на территории Чувашии.